Приветствую! Законопроект 9342 вчера принят, сегодня подписан главой Верховной Рады Украины и направлен на подпись президенту Украины. К сожалению, это правда. Этим законом лишают часть людей отсрочки от призыва во время мобилизации. И, друзья, вот те, кто получил отсрочку, либо рассчитывал на отсрочку, в связи с инвалидностью жены, инвалидностью тестя, тещи, инвалидностью родителей. Я здесь могу сказать одно. У меня есть э, прекрасный э, подписчик один. Вот он часто под моими видео пишет одно слово в комментариях. Джонни Бро, вот сейчас самое время написать именно этот комментарий. Я думаю, вы догадались, какой это комментарий. Одно слово на букву. 3.14. Так вот, друзья, давайте сейчас разберемся, кто попал в эту сложную ситуацию, что в ней делать, что в ней делать, и какие сроки у вас есть на это. Смотрим сначала законопроект и потом идем поэтапно по каждому случаю по инвалидности жены, по инвалидности тестя, тещи, по инвалидности родителей будем разбираться. Скорее всего, видео получится достаточно долгим, но надо подробно все разобрать. Итак, поехали. Итак, речь у нас идет о э, вот этом пункте данного закона. Где сказано, що абзац 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію доповнити ось воно доповнити словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. І ще раз, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. І додати це от сюди, вот 11-й абзац, вот он. І звучить он Онкак, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю, та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. І ось тут після слова групи будуть оті слова за умови, що такі, що немає інших осіб, які зобов'язані утримувати. Відповідно цих осіб з інвалідністю. І от здесь нам треба розібратися, во-первых, а що це за працездатні особи? Хто такі трудоспособні ліца? Для цього звернемося к закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І тут, от смотрим, не працездатні громадяни, це особи, які досягли встановленого цим законом віку. Що дає право на при... на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах та дострокової пенсії, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Итак, вот здесь мы видим, понятие не процесс дать не особы, то есть это лица с инвалидностью, либо лица, которые имеют право на пенсию по возрасту, на льготных условиях, либо на пенсию по, в связи с утратой кормильца. Соответственно, все остальные являются трудоспособными лицами. Теперь идем дальше. Кто же эти лица, которые обязаны Содержать лиц з инвалидностью. Смотрим Конституцію України. Во-первых, стаття 51. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Далі смотрим Статтю 198 сімейного кодексу батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Тобто, діти обязані задержати родителей, а батьки – дітей. Ну, і кстати, вот еще в, здесь же тоже є у нас норма в 202 стаття. Повнолітня дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними, і потребують матеріальної допомоги. От така і ситуація. Так, да. ну і що, звісно, треба что що э, право на утримання подружжя. Тобто, подружжя ж один одного теж зобов'язані утримувати. і право на утримання має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Як ми видим, Дети обязаны содержать родителей, родители обязаны содержать детей, и подружья обязаны содержать один одного. Конечно же, вы можете сказать: стоп, а здесь же ж есть вот эта приписочка, можно надавать материальную допомогу. Но проблема не в этом. Если кто-то думает, что вот оно, вот она зацепочка, то может быть потом в суде это и будет зацепочка, практика покажет. По меньшей мере, вы же прекрасно понимаете, новый закон судебной практики просто еще не существует. Но надо помнить, что здесь написано «зобовязани, відповідно до закону, их утримувати». То есть не могут утримувати, а просто «зобовязани утримувати». Понимаете, в чем весь смысл? Теперь, друзья, возвращаемся к закону о мобилизации и идем пошагово. И разбираемся, кто лишится на право на отсрочку от мобилизации сейчас, а у кого останется это право. Итак, первое, что у нас указано, да, здесь дружина из числа осип с инвалидностью. В каком случае муж теряет отсрочку? Первый случай. У жены, жена молодая, и у жены родители еще не являются пенсионерами и не являются инвалидами. То есть вот если у них нет пенсии по возрасту, либо там э, пенсии в связи с инвалидностью, либо пенсии по утрате кормильца, то соответственно они являются трудоспособными и обязаны содержать свою дочку. И все. Далее, если у, э, ж у вас с женой есть э, совершеннолетний ребенок, все. Все. И этот ребенок трудоспособный, то все. Соответственно, муж права на отсрочку уже не имеет. Почему? А потому что есть вот дочка, либо сын, который обязан содержать соответственно свою маму. Здесь, конечно, ужасная ситуация будет, что потом те мамы, у которых третья группа инвалидности, в итоге останутся и без мужа, и без сына, потому что сначала призывают мужа, потому что есть сын, и можно призвать соответственно. А потом призывают сына. Почему? А потому что третья группа инвалидности мамы – это не основание для отсрочки. Ну, просто прекрасно. Просто прекрасно. Идем дальше. Для тех, у кого родители с инвалидностью. Здесь какая ситуация? Соответственно, если у вас есть брат, если сестра есть, и они трудоспособные, не пенсионеры – все, все, права на отсрочку у вас уже нет. Вы становитесь призывными, вас можно призвать в связи с мобилизацией в Украине. Далее, если у вас родители еще молодые и, соответственно, вот, допустим, мама с инвалидностью, а папа еще не пенсионер и у него нет инвалидности, Соответственно, что? Поскольку подружья зобов'язані утримувати один одного, соответственно, вы не получите отсрочку. Почему? А потому что же есть отец, вот пусть он и утримует свою мать. Но это, ой, свою жену. Это в тех случаях, если они не имеют еще пенсию по возрасту, да, либо какую-то специальную там пенсию, и ну, отец тоже не является инвалидом. Если отец, допустим, является тоже инвалидом, либо отец уже пенсионного возраста, да, а мать, например, моложе, да, а отец старше и он уже ин, э, пенсионер, тогда вы получите право на отсрочку. Далее, те, у кого тесть либо теща э, имеют инвалидность, ну, у вас вообще практически без шансов. Вот практически без шансов. Потому что если у тестя у тещи э, есть еще один ребенок, то все, вы уже права на отсрочку не имеете, потому что этот ребенок за их и забовязанный. Э, если тесть и теща еще э, не достигли пенсионного возраста, то есть, допустим, опять же, теща инвалид второй группы, а тестю 50 лет. Да, ну молодые они еще. Соответственно, что? Соответственно, тест ухаживает за тещей, все. Право на отсрочку вы не имеете. И по сути, по сути, вы имеете право на отсрочку только в том случае, если тест и теща оба являются нетрудоспособными, оба нетрудоспособные. И жена ли ваша либо нетрудоспособная, либо умерла уже. И у тестя и у тещи при этом других детей нет. Вот только тогда вы получаете право на отсрочку. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Это просто, это просто жесть. Это просто жесть. Но мы с вами понимаем, что количество людей, которые сегодня потеряли право на отсрочку, просто сумасшедшее. Просто невероятное количество людей. И те, кто рассчитывали получить это право на отсрочку, уже ее не получат. Меняем правила по ходу игры. Это уже стало ну, таким лозунгом да, своего рода для нашей жизни. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что это очень плохой показатель в целом. Не только для тех людей, которые сейчас потеряли право на отсрочку, но для всех, кто остается жить в Украине сейчас, да, либо даже выехал. Это плохой показатель, потому что это означает, что на фронте ситуация достаточно плохая и государство изыскивает ресурсы. И все это показывает нам опять же, что что любая отсрочка это лишь дело времени. Любую отсрочку можно отменить. Конечно же, здесь есть вопрос, вопрос с точки зрения Конституции Украины. У нас же и есть положение, согласно которому нельзя сужать количество и объем прав, которые есть у человека. А здесь вот взяли и сузили. И здесь тоже может еще возникнуть вопрос, а соответствует ли этот закон Конституции. Я сейчас, безусловно, не берусь вот так сходу это оценивать. Здесь, безусловно, нужно еще подумать. Но вопрос у меня уже возник. Конечно же, еще возникнут практические вопросы, какими документами все это подтверждать. Потому что вопрос, а развелись родители, например, да, либо, ну, умер там отец, понятно, свидетельство о смерти. А если мама не в браке там была вообще, да, и ребенок рожден вне браке там. То есть нужно идти в ДРАЦ, получать документы, подтверждающие, что там ты не находишься в браке. Это жесть. Плюс, вы же видели этот закон, то есть закон не указывает, какие документы нам нужны для подтверждения. То есть это еще очередная проблема теперь будет. Как подтвердить, что детей нет? А будут ли принимать, например, соответствующие записи, если мы от нотариуса, вернее, заявление, если мы от нотариуса будем приносить заявление? Это большой вопрос. Я очень надеюсь и буду следить э, за тем, чтобы Министерство обороны в этой ситуации дало хоть какое-то разъяснение и указало, а какими документами все это подтверждать. Если такое разъяснение будет, то максимально быстро, как только увижу этот документ, постараюсь все это раскрыть, подробно пояснить. Сейчас же будем разбираться в каждой ситуации индивидуально что где мы как можем подтвердить вы должны понимать что закон принят вчера сегодня на подписи у президента скорее всего завтра он вступит в силу и времени например на выезд у вас осталось крайне мало но ну, это для тех кто планировал выехать Друзья, я очень надеюсь на то, что вы все-таки, и прошу вас не дизлайкать это видео, потому что, несмотря на такую э, информацию, которая категорически нам не нравится, все-таки, ну, не я же ее источник, да, не э, я ее придумал. Понятно, что, э, как там, э, гонец, принесший плохую весть, да, надо ему голову <laughs> с плеч долой, как в сказках это было, да? Но я все-таки надеюсь, что вы не задизлайкаете, потому что, ну, я же в этом не виноват. Ой, друзья, все, на этом, наверное, все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.